Привіт, малята, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні я запрошую вас у казковий світ лялькового театру. Пропоную вам подивитися виставу «Чарівна скрипка» Київського театру «Ляльок». Добрый день! Добрый день! Добрый! Действительно, сегодня у вас в гостях Киевский театр кукол. И мы привезли вам сказку. Любите сказки? Да! Молодцы! А мы любим приезжать и показывать вам эти сказки. Так вот, сегодня вы увидите сказку, которая называется «Волшебная скрипка». Вы, конечно, все знаете, что такое скрипка. Знаете? Скрипка – это что? Молодец, верно. Скрипка – это музыкальный инструмент. Но наша скрипка – это не просто музыкальный инструмент. Это волшебный инструмент. Потому что благодаря вот этой маленькой скрипочке и случилась наша история. Вы готовы? Да. Рано. Что рано? Сейчас в нашем лесу раннее-раннее утро. Да-да, слышите, лес просыпается. Thank you.
спать. А ну-ка, марш спать, кому сказала! Опять из-за твоей музыки у меня охота сорвалась. Еще б минуту, и мышь была бы у меня в лапах. Ничего, ничего. Я найду на тебя управу. Мама! А ты не веришь, что спать иди? Лечу. Помощница нашлась. Хочешь, чтобы не ты из-за добычи бегал, а она сама к тебе прибегала? Да хотел, пусти! Да слушай. Что?
Знаешь, где я живу? Конечно, да. Каждое утро на скрипке пиликает. Да я знаю, просто знаю. Так вот, если бы эту скрипку украсть. Зачем? Идешь ли? Что ты желаешь? Ну. Идем за мной, а там сам все увидишь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опять все сначала. Что? Что за соседи? Я прошу, чтобы не трогали. Ну что за соседи? Ай, и жаворонок снова опаздывает. Что за ученик? Ну что за... Здравствуйте, учитель! Вы снова опоздали! Я торопился. Я так торопился, я бежал! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Извините! Что ж, дружок, начнем урок. Всем урок пойдет наш прок. Будь любезен, повтори. До, ре, ми, фа, со, ля, си, и. До, ре, си, и. По нотам. Хорошо. Си. Верно. Я. Хорошо. Его не мучь. Всех зверей объединит. Что? Музыкальный алфавит. Музыкальный алфавит? И? С маленькими и слабенькими.